всех зрителей на своем канале. С вами Серега. Привет. Леброн Реймон Джеймс. Родился 30 декабря 1984 года в городе Акрон, штат Огайо, США. Американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции легкого и тяжелого форварда. Джеймс является трехкратным чемпионом НБА, трехкратным ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА. Также он является самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года. 12 раз входил в первую сборную всех звезд НБА. Дважды во вторую и один раз в третью. Принимал участие в матче всех звезд, где трижды признавался самым ценным игроком. Также имеет прозвище «Король Джеймс» и «Акронский молот». Выступал за такие клубы НБА, как «Кливленд Кавалерс», «Майами Хит», и в данный момент, в данное время играет в «Лос-Анджелес Лейкерс». Nike LeBron – это именная серия кроссовок одного из лучших форвардов Национальной баскетбольной ассоциации. Значит, кроссовки отличаются своим уникальным дизайном и последними разработками компании Nike. Джеймс Леброн подписал пожизненный контракт с Nike. Это первое бессрочное спонсорское соглашение в истории компании. Сегодня рассмотрим Nike LeBron 9 Love Entourage. Прозвище Entourage издание получило из-за сходства по цвету с LeBron 8V2 с таким же прозвищем. Данная модель вышла в честь матча всех звезд, которая проходила в Орландо в 2012 году. Внешне эта модель имеет определенное сходство с двумя предыдущими, так как разработаны они одним дизайнером, Джейсоном Петри. Цвет, значит, игра рояль, вот, значит, королевский синий, верх королевский синий и золотой. Верх сделан из легкого дышащего материала гиперфьюз. Прошиты эластичными нитями флювир, что значительно снизило вес кроссовок и улучшило обхват стопы. Значит, язычок большой, мягкий для защиты голеностопного сустава. Также на языке свуш в виде автографа баскетболиста. Значит, также язычок соединен широкими резинками с внутренней частью кроссовка для лучшей фиксации стопы. Также на шнурках есть интересные такие тоже, не детали, а тоже автографы Леброна Джеймса прямо вот на шнурках. И, соответственно, логотип Джеймс также на шнурках и подошве. Вот. Также имеются свуши по бокам. Один свуш большой, второй меньше. И, соответственно, свуш в виде эмблемы, также на которой означает, значит, выход 2012 года для матча всех звезд NBA.
Воздушная подушка Air Max расположена также по всей площади, по всей длине стопы, что придает сумасшедшую мягкость при занятии спорта и в игре. Также данная модель с антискользящей подошвой. Носить рекомендую в летнее время, либо для занятий в спортзале. Ценовая категория 10 тысяч рублей. Вот. Значит, кроссовки очень комфортные, устойчивые, с хорошим сцеплением с паркетом. Вот. Лучший на сегодняшний день вариант универсальной зальной баскетбольной обуви, которая подойдет для всей команды. С вами был Серега. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.